не зная горести и страха, любовью всех окружены. Ни в чем не ведали отказа, Шатругна, Барата, Лакшман, укрыты от чужого глаза, а всех любил юный Рам. Их детских игр, экстаз и сладость пленяли ум полубогов. Их лицезреть такая радость, но Дашаратха был суров. Ох, неприступен был дворец для подозрительных гостей, о том заботился отец на благо царственных детей. Но все же хочет Махадев увидеть Господа ребенка. Искусством йоги овладев, он просит стражников негромко. Прошу впустить! Я просто йог и обучаю пранаяме. Я б дать уроков пару мог по хатха-йоге принцу Раме. Иди-ка, ежик, снова в лес. У нас своя тут бхакти-йога. Твоя гимнастика нам здесь не по тематике немного. Упорством Шива наделен. Он аюрведу постигал. И вот мечтою окрылен в ворота снова постучал. Лечу от всех земных напастей. Принес свежайший чавок праша. Здоровье дарит он и счастье. И вот достоин Рама ваш. Помилуй, лекарь, не смеши. Когда царевичи родились, больных в Аятхе не души. Все рядом с ними исцелились. Еще астролог приходил. И снова был неинтересен. Тогда-то Шива применил тот план, что был вполне чудесен. Возьму-ка сына, Хануман, пред ним никто не устоит, ведь он прекрасен без обмана, пока особо не шалит. Внимание все! Гимнаст с хвостом исполнит номер перед вами. Коль не увидите потом, жалеть начнете точно сами. Ucharita suna ve kora jira.
царевичей смешит. Давай их пустим во дворец. Строчкою поет о неизменном и прекрасном. Прославьте Господа и слух святого эпоса героев, пусть песня ширится вокруг и людям всем сердца раскроет.